Всем привет! Привет, меня зовут Даня. Сегодня мы будем открывать Hot Wheels, Star Wars и Batman. Ура! Мы нашли еще одну машинку, которая не хватает нашей коллекции Batman. Осталась только вот эта машинка. Все остальные мы нашли. И сегодня мы откроем две новые машинки Hot Wheels из серии Star Wars. Вот они. Давай, с какой ты будешь начинать, Даня? Супер, давай. И вот она, эта клевая машинка Arkham Knight Batmobile. У нее полностью железный корпус, вставки, кстати, тоже железные. Эта машинка взята из комиксов. В комиксах такая машинка есть. Красотенюшка. Идем дальше? Супер, какая следующая? Вот эта. Следующая вот такая вот интересная машинка, которая называется Boba Fett. Прикольная какая. Вот она без коробки. Очень интересная, с какими-то тут штучками выпирающими. Тут по бокам тоже какие-то пластиковые вставки. Вот эта часть вроде как железная. Прикольная машинка. И у нас осталась последняя машинка, и это чоппер. Открываем? Да. Вот он, чоппер, роботомобиль, Даник. Очень-очень классный. Здесь есть железные вставки. В основном тут пластмасса, конечно. Нет, вот тут железная, тут пластмассовая, пластмассовая, пластмассовая верхушка. Вот. Очень крутые машинки. Всего в этой коллекции 6 машин. Вот они показаны тут. Вот и все, на этом мы заканчиваем. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока!